Привет. А то конфет нет. А ну давай. Ты хотел стишок рассказать? Давай. А тут стишок знает кто-нибудь? Ну, правда, в Деда Мороза я не переодевался. Почему, ребят, ну вы слышите, вот сейчас тут начинает ложиться, отсюда туда летит. Это Восточный. Макеевка, Восточный. И дело в том, что сейчас это один из самых обстреливаемых районов. Здесь периодически прилетают снаряды, и порой бывает очень страшно. Часто стреляют? Да. Да. А вы боитесь, когда стреляют? Да. Кто-то боится, кто-то нет. Многие детки привыкли, как и люди, а другие привыкнуть не могут. Поэтому мы постараемся сейчас вот здесь немножко деток. Давай подарочки. Снегурочка не переодетая. Ну, дай деткам подарки сейчас. Раздай деткам. Скажите, а сколько тут деток всего? Детей очень много, мы просто всех не брали, потому что с утра было очень громко, и мы не рискнули. Ну, да. Не берем на себя такой ответ. Ну просто это именно в этом доме, который вот находится. Нет, мы... Не, я имею в виду, здесь детки присутствуют. Детки все наши. Ну, именно вот здесь, понимаете, такой как бы буквой Г стоит дом, чтобы как-то более-менее безопасно было. Сейчас мы деткам раздадим те, которые присутствуют, подарки, а остальные подарки мы отдадим Анечке, которая потом раздаст деткам, которые здесь находятся, потому что здесь очень и очень опасно. Куда вот? Вот сейчас начинается что-то. Вдали очень шумно. Вот как камеру выключил, вроде потише стало. Когда, вернее, включила, а когда... Ну вот, слышите, выходит вдали. Но это не совсем вдали, это получается. Рядом находится ясеновка, ясеноватая. Что-то ясеноватую долбят, да? Да, сильно долбят ясеноватую. Сколько? 32. Еще 8. Нет, это ему дедушка. Я держу его подарок. Кому-то дедушка Мороз еще... Друзья, огромное спасибо вам за то, что вы участвуете в акции поздравления деток. Низкий вам всем поклон. Мы вам в новом году, детки, желаем, уже Дед Мороз приедет и потанцует с вами, и хоровод возле елочки поводим, ну и уже в следующем году, когда здесь будет потише. Это хорошо. В общем, быть добру, а мы поедем дальше, потому что... Спасибо вам огромное! Спасибо! Всего доброго, детки! Вот, друзья, мы приехали на двух броневичках, сейчас в одно место еще заедем. Вот, выгружаем детям подарочки. 86. Детей мы практически не собирали. Вот вы можете представить, что в районе, мы только проезжали район аэропорта, сыпались осколки. В общем, здесь идет сейчас очень интенсивный артобстрел, дуэли, вот слышите. В стороне Песок, Авдеевки, там Ясиноватая, в общем, в той стороне все гремит, все взрывается. В общем, как-то так. Сейчас мы пойдем отдадим подарочки, а потом деткам раздадут. Сейчас все дадим. Ты рад, что тебе привезли подарочки? Друзья, здесь присутствует несколько деток. Мы привезли сюда 100 подарков. Скажите, это для кого? Это участники творческих коллективов Дворца культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко. Это танцевальные коллективы, вокальные, дети, которые занимаются в кружках рисования, декоративно-прикладного творчества. Да, мы здесь были уже, мы многодетным семьям помогли. Вы попросили еще коллективом, те, которые... Да, многодетные семьи – это отдельный клуб, ну, да, по интересам. Это как бы семейная Наталья Васильевна. Да, мы именно... сегодня привезли именно тоже деткам, которые живут здесь, которые...
приходят сюда заниматься. Да. Но, к сожалению, сейчас все не переведены на дистанционный. Да. Все занятия проходят в дистанционном режиме. К сожалению, в этом году мы не можем провести новогодние утренники в традиционном формате. Ну, спасибо вам, что вы предоставили нам подарки. У нас теперь есть возможность передать их детям за то, что, несмотря на то, что занятия были в дистанционном формате, они все равно участвовали в конкурсах и в соревнованиях, показали заслуги, представляли наш город и в России, и в Донецке. Поэтому им будет приятно. Спасибо огромное. Огромное спасибо, друзья, всем, кто участвует в проекте. Поздравления деток с новогодними праздниками. Спасибо огромное подписчикам Татьяны Монтян и ее друзьям. Спасибо моим подписчикам. В общем, вы видите, как здесь детки, конечно, готовились. Все к Новому году, но обстоятельства вынуждают тому, что к отмене массовых мероприятий. Ну что, можете получать подарки деткам, можете даже раздать. Так, Максимчук Анастасия. Анастасия, Максимчук. Давай, какой видно, мы все, кто там уже у меня есть. Давай, бери Макса с собой. С Новым годом. А дайте мне подарок. Что надо сказать? Спасибо. Дайте мне подарок. Скажи еще раз. Баринова София и Данил. Да, Данилу дали София тогда. Савченко, Диана и Богдан. Спасибо. Богданчик. Я тебя уже не узнала. Дедулева Александра. Александра. Наушнички. Литвинов Иван и Сергей. Спасибо. Спасибо. Сердечный Николай. Сердечный. Ой, держи. Аккуратно. Валя, дай. Стойку боксер. Георгий Сергеевич. Кутенко. Кто? Кутенко я. Ну, ты. Так, следующий. Ну-ка, Кирилл. Это наши боксеры. Спортсмен, да? Верзилов, так написано. А, Верзилов. Ты тоже был? Да. Побей удачки, побей. В общем, мы немножко присутствующим деткам раздали подарки. Надеемся, в следующем году мы уже приедем и побудем хороводы. Да, обязательно. У нас проходят замечательные театрализованные представления и традиционные утренники у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы, в свою очередь, благодарим всех причастных, кто передал нам эти подарки. Спасибо вам огромное. С вашей помощью дети вдохнули вот это новогоднее настроение и прочувствовали этот волшебный праздник. И вам большое спасибо. В общем, быть добру и миру.